Хлеб – символ труда и благосостояния. Угощая хлебом и солью, хозяева проявляют уважение и гостеприимство к дорогим гостям. Именно так сегодня встречали бендерчан и гостей города организаторы ярмарок. Каравай весом 200 килограммов, украшенный разноцветными глазированными пряниками в виде фруктов, встречал всех, кто пришел на ярмарку. В честь юбилея нашего города Бендеры по заданию госадминистрации мы, управление по питанию работники, испекли именинный каравай. Подарок для наших горожан и для гостей города. Он испечен с душой. Он символизирует наш край родной. Весь в фруктах, яблоки, виноград, груши. Выпечка, сладости, игрушки и сувениры на любой вкус. Главная площадь Бендер сегодня была отдана предприятиям разных форм собственности. Здесь они открыли множество мини-кафе и магазинов. Овощи, фрукты, молочные продукты, колбасные изделия. Флагман пищевой промышленности Бендерский мясокомбинат установил в центре ярмарки огромный мангал на углях. У нас сегодня довольно-таки большой ассортимент. Шейка, костица, котлеты по-деревенски, корнецея, шашлык. Люля-кебаб. Вся свинина нашего собственного взращивания. На своих фермах вырастили сами. Для тех, кто решил пополнить свой гардероб, новые коллекции «Осень-зима» от швейных фирм Тирасполя «Бендер-Рыбницы». Плащи, костюмы, кардиганы, пальто. Как утверждают сотрудники предприятий, эти модели ни в чем не уступают заморским брендам. Сегодня есть и курточки, и пуховики, короткие и длинные. И мы можем предложить мужской и женский ассортимент. А сегодня, в честь праздника, еще и скидки. В разгар праздника ярмарочные подворья посетил президент республики. Любимого города Бендер. Самого замечательного. Да, замечательного. Здоровья вам. Спасибо. На сценических подмостках в режиме онлайн выступали творческие коллективы города. Все стихи и песни сегодня были посвящены любимым бендерам. Русские, молдавские, украинские, болгарские мелодии придавали гулянию национальный колорит и праздничное настроение. Добрый день! Замечательный праздник, молодцы, что устроили такой праздник, спасибо! Хороший праздник. Мы смотрели концерт. Прекрасно ребята выступают. Праздник отличный, да. Чудесный. Отлично. Каждый год мы ходим. Нам так нравится. И люди, и в троллейбусе мы ехали. И все с праздником, с праздником. Мы пожелаем счастья и здоровья, и чтоб и процветания. Все люди, чтобы счастливые были, чтобы радостные. Чтобы нас в конце концов уже Россия поняла и приняла. И признала. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.